Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас, не успев прийти с работы, моя старшая дочь узнала, что я все-таки открываю свой канал, точнее, его уже открыла со вчерашнего дня. Она подбегает ко мне и говорит: «Мама, мама, давай что-нибудь снимем для нашего канала». Недолго думая, мы с ней решили снять такой мини-видеорецептик, что моя дочь любит кушать, ну, точнее, ужинать. И поэтому сейчас она вам сейчас все расскажет подробно, что она будет делать и что нам понадобится для этого такого мини-рецептика. Всем привет, меня зовут Амелия, и я покажу вам сегодня мой рецепт, что я буду есть на ужин. Это огурец, помидор, творожный сыр, хлеб и мини-креветки, которые уже жарятся на сковородке. Потом я их полью еще лимоном. И каждый может потом приготовить на свой вкус и цвет. Амелия их не солит, да, мы просто добавляем немножко... Сейчас вытяжку включим. Немножко поливаем лимонным соком, и все. Этого достаточно. Так, пока обжариваются у нас наши мини-креветки, что ты делаешь дальше? Я буду резать огурец. Тебе, наверное, нужен ножик? Так, у меня есть ножик уже. Я буду сейчас резать огурец. Я его буду резать вот так вот. Я лучше так порежу его. Ну, режь так, как тебе нравится. Так, как тебе потом будет удобнее кушать. Так, креветки у нас тут вовсю уже дымятся. Амель, я тебе, наверное, немножко буду помогать. Вот так вот. Ну, в принципе, можно и без креветок. Просто огурчики, помидорчики. Но у меня ребенок любит все морепродукты. Наверное, в любом виде. Поэтому мы частенько покупаем морепродукты. Так, следующее что? Сейчас я буду резать помидоры. Помидорчики, огурчики были уже помыты и подготовлены. Так, да, помидорчики, конечно, у нас твердоватенькие, да? Так, дальше. Так, я буду продолжать твои. Ну, я порежу парочку вот так вот и парочку вот так вот. Так, мы сейчас умеем. Ну, и парочку вот так вот. Хорошо. Так, Амиль, я уменьшаю скорость и поливаю тебе лимонным соком. Так как сейчас время ужина, поэтому Амелия, наверное, и со мной немножко поделится, да, Амель? Так. Чувствуете этот аромат креветок? Правда, они у нас такие мини-креветки. Ну ничего, они тоже у нас тоже вкусные. Так. Огонь можно отключать. Поехали дальше. Теперь я буду на хлеб творожный сыр мазать. Творожный сыр у нас обычно мы берем фирма Филадельфия, она мне намного больше нравится, моему ребенку тоже, но она у нас вот буквально днях закончилась и осталась у нас такая простая, без фирмы, простой бесфирменный творожный сыр, но он тоже довольно-таки вкусный. Так, дальше. Ну, в принципе, на вкус и цвет вы можете творожный сыр заменить всем чем угодно. Или вообще, в принципе, без него. Ну, тогда, наверное, все-таки возьмите другой хлеб, так как этот черный, он немножко все-таки суховат. Так, следующий. Так, креветки Амели я сняла уже с огня, потому что они уже начинают у нас поджариваться. Чтобы они у нас не сгорели. Так, что мы делаем дальше, Амелия? Теперь я... Ждем креветки? Да, и потом мне надо будет... Сейчас, положить. Подожди, да. Я немножко их... Хлеб и огурец, и помидор тоже чуть-чуть посмотрю, и все. Так, сейчас я буквально еще 2 минуты обжариваю и выкладываю на наш бутерброд, да? Так, а с чем ты будешь это все запивать?
Что ты нам приготовишь сегодня? Чаем. Чаем. Хорошо. Амелия сейчас покажет ее любимый чай. Это черный с лимоном. Нет, это, по-моему, зеленый. 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 С недавних пор ребенок полюбил у меня зеленый чай. Я его тоже обожаю, пьем регулярно. Так, у нас, как всегда, нету кружек. Они у нас все в шпюль-машине, вернее, в нашей посудочной машине. Это следующий шаг, что надо сегодня сделать вечером. Так, Амелия, разгрузить машинку. Пожалуйста. Все, Амелия, выключай, иначе у нас тут все позгорит. Да, я прямо сейчас тоже. Сейчас они остынут буквально... 2 минуты и все, Амелия может уже. Так, тут у нас как такой хаос. Амелия уже подготавливает все. Хорошо, когда ребенок подрастает, и тебе намного облегчения. Да, Амель? Твоих обязанностей по дому становится все меньше, а у твоего ребенка все больше. Вот и все, осталось только налить чаек, как Амелия уже это сделала, и наслаждаться вечерком. На этой нотке мы с вами прощаемся. Всем пока и до новых встреч! На этой ноте я также прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам хорошего вечера. Наслаждайтесь вечерами со своими родными и близкими. Тем более сейчас такая погодка, что только сидеть дома. Хотя на нашу погодку, конечно, грех жаловаться, у нас всего лишь -6. Все, всем пока и до новых встреч!